Всем доброго времени суток. С вами Елена. И сегодня у нас Сочи. На переулке Промышленном 4. На оптово-розничной цветочной базе. Завоз цветов. Привезли море цветов. Немножечко вот так вот по всем цветущим и не цветущим растениям, совсем чуть-чуть, потому что меня все-таки интересуют орхидеи. Да и, наверное, тех, кто заходит ко мне на канал, тоже больше интересуют орхидеи. Ну, вот каланхоэ, бегонии, всех цветов и расцветок. Много азалий привезли разных, от маленьких до больших кустов. Все цветы я показывать не буду. Ну, вот так немножечко. Верески, вот верески. Красивые до невозможности, очень пышные. Вот так вот. Кому какой нравится. Ну и орхидеи. Привезли микс биглипов. Биглипов очень хороший выбор. Все биглипы сегодня показать у меня не получится, но так вот, голден ягуар. Так вот, немножечко цветов. Несколько штук было Кава Бьюти. Ну, они частые гости. Ну, и вот так немножко по миксу. Вот не получается развернуть это Вольтера. Вот столько привезли Вольтеры. И вот так биглипы. Красиво, когда столько цветов, глаза разбегаются. И получили, девочки заказывали мини-орхидеи в 9 горшках, но получили мультифлоры в 9 горшках. Они высокие, 30-40 сантиметров высотой, и пышные кустики. И выбор, просто разбегаются глаза. Их очень много. Вот эта красота. Цветет долго. У меня цвела, наверное, полгода. Вот мультифлоры были в 9 горшках и в 12. Вот это в 12 горшке. 9 горшки по 500 рублей, а 12 1220. И фабрики. Море парфюмерных фабрик. Кто еще не купил себе, то в этот раз точно есть возможность купить эту желанную орхидею. Вот так вот. Оторваться невозможно. Да, красиво. Они, конечно, с дороги пока не пахнут. Но дома, когда они отогреются на следующий день, конечно, они будут ароматить. И палет Достибель в 9 горшке. Очень красивые. Вот так вот. И вот по сравнению с фабриками, как вот эти мультифлоры смотрятся, насколько они выше. Прелесть. Вот эта красота, я ее видела один раз, год назад, я ее купила. Вот моему восторгу, ну просто нет предела. Это прелесть, это мия. Это мия, она, как ее еще называют, ложная стюартиана. Или лже-стюартиана. Красавица. Вот их было много. Цветет пышно. Вот такая вот, не знаю, как называется, но это просто шапка из цветов, из мелких-мелких цветочков. Так, вот это в 12 горшке. Вот с этой стороны, да, стоят растения в 12 горшках. Но вы посмотрите, какая
она светится. Такая красота. Роттердам. Несколько штук было Роттердам. Тоже обожаю эту орхидею. И вот эти темные, я не знаю, как они называются, но они смотрятся, конечно, шикарно. Ждали мутантов Лас-Вегас. Пришло три растения, и два из них, вот так, два растения в горшке, одно с стандартным цветением, а другое вот такой интересной окраски. С таким сплэшем. Вот стандартное. А вот это со сплэшем. И Дастибель, бабочка. Представляете? Было две бабочки Дастибель. Чудо. Так, дикий камень или гроссета. Их много. Они в 12 горшках. Потрясающие пышные кусты с отличной корневой. Вот чудо. Привезли лекофантастик. На все, на два цветоноса, они все по 1220. Вот все стандарты 1220. Красота. Я своего покупала, когда первый раз привезли зимой, с обмороженными листьями, почти без корней. Тут такое богатство. Лаймлайт, если я не ошибаюсь. И Тамара. Я думаю, что это Тамара. Красивая. Очень красивая. Один ягуар был, удивительное дело. Ягуары стали редко попадаться. Ну вот всего один был. Ну вот такой шикарный. И экзотик пунш. Экзотик пунш были и есть еще. Красавцы. Есть посветлее, есть потемнее. Вот эта орхидея чем-то похожа на черебом. И вот у этой орхидеи первый раз такую увидела. С ума сойти. Камера почти правильно передает цвет. Она яркая, она светится. Это пинг фламинго. У нее на горшке есть название. Вот эта орхидея Ред Леон. Посмотрите, она частично, некоторые цветы у нее бабочковые и корневая, чудесная. Вот такой красотун. Он у меня есть, налюбоваться не могу, у меня в стандартном цветении. А здесь вот так с мутацией. Ну и мультифлоры, ну как? Стандарты. Часто бывают стандарты. Всегда хороший выбор, но такого выбора мультифлор. Вот Крембри Чача. Красотуля, их было несколько штук. Вот это желтое, не знаю. Ну и там вот. Вот несколько таких орхидей. Привезли, я не помню название. И беглипы желтые. С вот такой розовинкой. Красавцы. Красавцы. Биглипов тоже выбор на любой вкус. И вот такая вот биглипушка. Они не так часто бывают, но они восхитительные. Они не крупные цветы, мультифлорные, но высокие растения. Так, общим планом. Красиво, да? Очень красиво. Фантомы на два цветоноса все. На один цветонос орхидеи не было вообще.
И вот такая отличная корневая. Вообще в этот раз орхидеи пришли потрясающие. И вот привезли пафики, вот таких вот кузнечиков. Чудо. Просто чудо. Еще пару свой не поднял. Одни листья чего стоят. Биглипы. Биглипы, конечно, все. Раньше бы нам, да, такой выбор биглипов. Думаю, хватали все, что попадется. Только потому, что это биглипа. Сейчас выбирай не хочу. Вот этот мелкий цветочек, название не знаю, но вот такое пышное растение в 12-м горшке. Нет, в 9-м горшке, а было такое еще и в 12-м. Вот такая красота. И вот эти вот очень понравились, очень яркие. Но, если честно, не помню их название, а может и не знаю. Корни какие, а? Все ведь они разные, казалось бы, на первый взгляд. Вот это, вот эту орхидею видела в пиаж, дух захватывает. Она желто-зелено-розовая, такая пышная мультифлора, фантастическая, с зелеными такими бутонами, фантастическая орхидея. Ну а всем большое спасибо. Спасибо, что прогулялись со мной. Спасибо за вашу дружбу, лайки, подписки. Всем новым друзьям я очень рада. Если видео получилось немножко не таким, не как хотелось бы, ну не судите строго. До новых видео. Пока-пока.